нет денег даже на тренировки. Сегодня в футбольном клубе «КамАЗ» должен был стартовать второй этап сборов и таким образом возобновиться подготовка команды ко второй части чемпионата. Однако в штабе не спешат созывать футболистов, так как проблема с финансированием по-прежнему не решена. 1 000 000 рублей от одного из челнинских предпринимателей, о чем сообщалось в ряде СМИ, капля в море и на общей ситуации никак не отражается. Что-то реально изменить сейчас в силах руководства «Казанского Рубина», и на переговоры с ним сегодня отправился генеральный директор футбольного клуба «КамАЗ». Наиль Ахметшин надеется получить, если уж не деньги, то хотя бы ответ на вопрос, когда они поступят.